Всем привет! С вами канал Стофити, я ваш любимый Санечка. Мы сегодня вырвались после обеда на рыбалку. И мы находимся на озере Семь-Эх. Помните, где я ловил больших хариусов? Вот, то мы сейчас вот как раз находимся здесь. Хотим поймать щучку. Не знаю, хариус будет, не будет. Но вот в этой травке, когда заходил, что-то вышло. Что, не знаю, ну, посмотрим. Приехал я не один, приехал с марихуаннушкой. Она там на другом озере, на Утином, собирает ягоду. Как она собирается, так может присоединиться, а может нет. Ну ладно, давайте будем рыбачить. Что же у нас сегодня здесь клюнет? Посмотрим. Ловлю сегодня на блюфокс, лису желто-зеленого ядовитого цвета, окрас окунь. Ну, посмотрим. Тут у нас прошли очень большие дожди. Где-то недельки две полоскало. Поэтому очень много воды. Очень. Где мы здесь ходили, у нас было в кустах по колено, то я сейчас уже не могу дойти, потому что уже выше бродней будет. Приходится так рыбачить. У нас уже открылась охота. И вот вы видите, что я нашел. О, видите? Утку. Не знаю, правда, сколько ей лет, но я смотрю, кровь еще идет. О, что-то нашел. А бьется как окунь. Точно. Он самый. Вот такой вот окушок здесь. Не чита, конечно. Перешел на озеро Утиное. Сейчас посмотрим, что здесь будет у нас клевать. Что-то есть. Судя по тычкам, это окунь. И такой хороший окунь идет. Вот оно, родной, видите? Вот такой вот окунь здесь. О. Опа! О. Такое очень хорошее. Щучка. Невилючка. О, какая. Опа. Вот он, что у нас тут был. Около берега. Сорвался. Невкусный был, значит. И хороший. О, какой окунишка. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Прошла она очень так умиротворенно, хорошо. Поймал две щучки, где-то штучек 5-6 окуней, ну и пора честь знать. Все, домой. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь.
С вами был ваш любимый Санечка. До новых встреч!